Ого! Ха. Я посмотрю квартирку. А это квартира доктора, да? Ну, не совсем его, он тут не живет, у него там какая-то другая. А это для работы, для сотрудников. Только не офис, а квартира. Хороший офис. А это, видимо, переговорная. С двухспальной кроватью и зеркалом на потолке. Павлик, подожди. Жень, ты реально не понимаешь, что происходит? А что, по-твоему, происходит? Доктор поселил тебя в квартиру, которую используют явно не как офис, а как, как бы, место для интимных встреч. Да с чего вы это взяли? Ты видела коллекцию фильмов? «Эммануэль», «Трое шведок в Гамбурге», «Греческая смоковница», «Мушкетеры 20 минут спустя». Ни о чем не говорит? Нет! А должно. Если бы ты хоть на секунду включила мозг, ты бы поняла, что он тебя сюда поселил не по доброте душевной, а для вполне понятных вещей. Развратные школьницы, трое в лодке, не считая собаки. А ты не суди всех по себе, не все такие, как вы. Не успели пригласить, уже делят, кто первый. Да мы не всерьез. Жень, послушай, эти парни, конечно, немного извращенцы и озабоченные, но они хотя бы безобидны. А доктор, он же лидер ОПГ, он как бы немного преступник. Фига себе немножечко. Они сегодня у себя в подвале человека пытали. Я лично видел. Прям видел? Ну, не все. Я видел ноги и тряпку. Да ты что? И что же они делали? Ноги тряпкой вытирали. Тряпка была в крови. Ты хотя бы деньги у него не брала? Все, вот вам. 20 баксов за работу. Понятно. Значит, брала. Ну ты и дура. 90-е. Весело и громко. С понедельника по четверг в 20:00 на СТС.